Книга «Открытым оком», тема «Ереси, секты». Вопрос 442. Почему ереси причисляются апостолам к делам плоти? Ведь ересь есть духовное заблуждение. Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Действительно странно. Апостол Павел плотью называет не саму плоть, но дела временные, земные, плотские. Бытие 6 глава 3 и 12 стихи. «И сказал Господь Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, семи, потому что они и плоть, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. И воззрел Господь Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Римлянам 8 глава 6-7 стихи. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Ересь как будто только от ума, но заблуждение это распространяется на всю житие человека. Меняется у него и рацион, и отношение к людям, и одеяние, и взаимоотношения в семье. Галатам, 5 глава, 19 по 21 стихи. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царство Божие не наследует. Среди сектантов больше толстых, не постящихся, но выпивающих меньше.